Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим решение самого простого из уравнений типа минус а равняется 5. Это уравнение на нахождение противоположных значений. Число, которое противоположно 5, это минус 5. Значит, мы сразу можем написать, что противоположное а будет равно минус 5. Давайте еще раз рассмотрим. Минус k равняется 3. Значит, k равняется минус 3. Ну а теперь давайте немножечко усложним. Итак, минус 2a прибавить 5 равняется 3. Ну, обычное решение. Минус 2а мы оставляем. Тройка как стояла, так и стоит. Пятерка перейдет со знаком минус. Минус 5. Отсюда минус 2а равняется минус 2. Теперь мы с вами находим противоположные. Получаем 2а равняется 2. Отсюда а равняется. Числитель ставим двойку, знаменатель двойку. То есть а равняется единице. Еще